Накануне нового учебного года в РИНИ прошла традиционная августовская педагогическая конференция, в которой в этом году приняли участие только директора учреждений образования. Система освіти України опинилась в нових реаліях функціонування, а перед освітянами постали такі питання, які до сьогодні ніхто не вирішував. Розроблені інструкції про забезпечення безумовного переривання освітнього процесу у разі включення сигналу повітряна тривога або інших відповідних сигналів оповіщення, організоване переміщення учасників освітнього процесу до укриттів і перебування в них до скасування сигналу, повернення до приміщень закладу освіти та виконання розкладу занять після скасування сигналу. У закладах освіти щоденно о 9 годині 00 хвилин має проводитись загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Як будуть навчатися діти? Организация освітнього процесу, безумовно, будет залежати від безпековой ситуации. Как сообщила Лилия Бондаренко, в новом учебном году все школы города Рени будут работать в две смены. Это связано с тем, что имеющиеся укрытия в случае тревоги должны вместить всех детей и персонал. Из сельских школ в две смены будут работать только Лиманская и Орловская. В Долинском, Новосельском, Плавне и Котловине школы продолжат работать в одну смену. Школа в Нагорном перемещается в здание детского сада, поскольку своего укрытия у нее нет. Война войной, а реформа образовательной отрасли, которая была начата в 2018 году, идет по расписанию. Новая украинская школа в этом году переходит уже на вторую ступень. Учителя пятых классов принимают эстафету и начинают работать по новому государственному стандарту базового среднего образования. Параллельно наши творческие учителя и воспитатели предлагают и реализуют свои проекты. Так, в селе Котловина педагоги начальной школы и воспитатели детского сада разработали и внедрили совместный проект сотрудничества. Заведующая дошкольным учреждением Джерельце Елена Николаевна Драгнева рассказала о том, что учителя начальных классов и воспитатели проводят совместные педсоветы, семинары и многие другие мероприятия. Воспитанники детского сада посещают школьные музеи, библиотеку и различные мероприятия, чтобы в школе чувствовать себя как дома. Наряду с детскими садами и школами продолжат работу внешкольные учреждения образования. Центр Перлина примет более 920 ребят и девчат, спортшкола – 500 детей. В Новосельском продолжат работать станция юных натуралистов и Центр туризма и краеведения. У цей надзвичайно складний для України період хочу щиро подякувати всім за патріотизм, чесну працю, сумлінне виконання своїх обов'язків, самовідданість освіті. Кожен з вас – герой освітнього фронту. Тримаємося, ми сильні, ми Україна. Разом до перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні! О чому ж мечтають наші учителя? Щоб в час воздушних тривог дети не спускались в подвальное помещение, то есть бомбосховище, вот эти, которые мы подготовили за лето. И чтобы Украина, то есть в Украине стал мир наконец-то, то есть и чтобы на устах детей уже была улыбка. Как рассказал Виталий Николаевич, 50 учеников новосельской школы до сих пор находятся с родителями за границей. Но у нас также есть дети, которые, то есть, приехали из других регионов Украины. На данный момент с детьми, которые за границей, у нас 419 детей. Поэтому, то есть, мы занимаем третье место по ОТГ по численности детей. Дети, которые за границей, избрали дистанционную форму обучения. В основном те, которые, то есть, дома, то есть в Новосельском, написали очное обучение. Пожелаем нашим детям успешного учебного года, а нашей стране скорейшего окончания войны и мирного неба над всей Украиной.